Всех приветствую. Камри 40-190 тысяч километров пробега, смотаны или нет, это неизвестно, но похоже на правду. Поддон двигателя заменен, поменялся по причине сорванной резьбы. И сейчас занимаюсь заменой жидкости в ОКПП. Меняться будет фильтр, оригинал, прокладка, все как положено, все по фэншуй. Останавливаться подробно на этой процедуре не буду. Я уже вроде бы в каком-то из видео это все показывал. Хотелось бы немного показать вот такое устройство. Это наружный неодиевый магнит, очень такой достаточно здорового размера. Не кисло намагничивающий, который все вокруг металлическое. И, соответственно, ну, установлено достаточно давно. Хотелось бы просто посмотреть, есть ли от него эффект. Ну, в принципе, честно говоря, вот эти внутренние магниты работают эффективнее. То есть на них видно достаточно большое количество загрязнений, которые присутствуют. Ну и в том месте, где у нас стоит вот эта неодиваемая штука. Блин, лезвие у меня примагнитил. Ну, честно говоря, ух, ни хрена себе. Короче, хитро дерешь. Ну, можно сказать, что, честно говоря, как бы эффективности от него нету, то есть практически эффективность равна, ну, грубо говоря, там 0,05% из 100. Так что можете не экспериментировать, я думаю, что именно наружные магниты, они здесь не работают. В общем, благодарю, друзья, за внимание и, соответственно, всем удачи!